взрослым вроде бы легче жить. Накопились и опыт, и знания, но так хочется поворошить детство нашего воспоминания. Мандаринами пахла елка там, на кассетнике день и ночь мираж. На бумаге писали мы письма друзьям, и с отцом в выходные мы шли в гараж. Там гудрон мы жевали без вреда, и по видику еще молодой Ван Дам. Ждали маму с работы, а она всегда что-то вкусненькое приносила нам. Наши дети уже подрастают, время птицы умчится вперед. И когда они взрослыми станут, тоже вспомнят детство свое. Контакт, одноклассники и Facebook, СМС-рассылка на праздники, и, конечно, с яблоком ноутбук. И это ЕГЭ безобразное, соленый попкорн и 3D-очки, all-inclusive на каникулах в Турции, Инстаграма, ленты, мордочки, фастфудовски прикольные порции. Настоящее, наше и будущее, родом всегда из прошлого. Вспоминайте, все живущие, то, что было в детстве хорошего. Мандаринами пахла елка там, на кассетнике день и ночь мираж. На бумаге писали мы письма друзьям, и с отцом в выходные мы шли в гараж. Там гудрон мы жевали без вреда, и по видику еще молодой Ван Дам. Ждали маму с работы, а она всегда что-то вкусненькое приносила нам.